Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола. Вот в чем ошибаются женщины, по мнению мужчин. А вот что говорят о мужчинах женщины, какие выводы можно сделать из этих списков. Наверняка ты сталкивалась хотя бы с некоторыми ошибками. Лучший способ сделать секс приятнее – обсудить его с партнером. Если он позволяет себе высказывания о твоей физической форме, останови его. Ну а если к вашему сексу не прилагаются чувства и тебя это устраивает, пусть так и будет.